Глава Колпина задержан в Петербурге по делу о разбое. Речь идет об ограблении в подъезде, которое произошло 13 лет назад. В октябре 2003 года несколько преступников напали на лестничной клетке на женщину, которая везла крупную сумму. Нападавшие избили ее и похитили почти 1,5 миллиона рублей. Как выяснилось позже, нападение организовала сестра потерпевшей, которой нужны были деньги на наркотики. В числе преступников был Вадим Иванов, который через год был избран депутатом Совета муниципального собрания, а затем стал главой Колпина. Причем 2 года назад был переизбран на этот пост. Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное ранее по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 162 Уголовного кодекса России, это разбой. В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан Вадим Иванов, глава муниципального образования города Колпина, депутат муниципального совета города Колпина. По версии следствия, в сентябре 2003 года 40-умова, узнав, что ее сестра планирует перевести из Москвы в Санкт-Петербург крупную сумму денег, целью хищения склонила к совершению данного преступления Киржакова, который, в свою очередь, привлек к участию в преступлении Большакова, Василенко и Иванова. Поздно вечером 4 октября 2003 года в парадной одного из домов по улице маршала Захарова Василенко и Иванов, угрожая пистолетом, избили потерпевшую и сопровождавшего его мужчину. Похитили денежные средства в сумме более 1 400 000 рублей, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле под управлением Большакова. В настоящее время решается вопрос об аресте Иванова и предъявлении ему обвинения. Ранее Большаков, Василенко, 40-умовой Киржаков были осуждены к различным срокам лишения свободы.